Брестский городской духовой оркестр под управлением Валерия Коваля. Как и всегда, дорогие друзья, наш субботний вечер пролетает просто мгновенно, незаметно. И от души мы желаем вам сегодня и всегда крепчайшего здоровья и иммунитета ко всем неприятностям, если они случаются рядом с вами. Я приглашаю на сцену наших солистов под ваши аплодисменты. Андрей Кунцевич, Татьяна Федорцова, Екатерина Вобищевич. Я уже выйду, простите. Да, виноват. Мы ждем вас 7 августа здесь, на этой площадке, в 18:00, на сольном концерте нашей солистки Натальи Черняковой. До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, что вы есть. Брестский городской духовой оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Валерий Коваль.